Кишинев повторно обратится к Киеву с просьбой отложить введение запрета на въезд в Украину транспортных средств с приднестровскими номерами. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский в интервью передачи «В центре внимания» на Публика ТВ. По его словам, основная проблема состоит в том, что имеющийся механизм смены номерных знаков на нейтральные не продуман до конца. Для автобусов, для бусиков, значит, и так далее, чтобы для них, по крайней мере, была предоставлена отсрочка до тех пор, пока не будет найден механизм регулирования этого вопроса. Пока что до конца этот вопрос не решен. Кульминский подтвердил, что процесс перехода на нейтральные номера обсуждался и с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком во время его визита в Кишинев, но отметил, что вопрос не был первостепенным. И Тирасполь в каком-то смысле тормозил этот процесс. Да, и механизм недоработан. Понимаем. То есть мы прекрасно понимаем, почему, собственно говоря, Киев поступает таким образом. Потому что у Киева есть свой собственный конфликт, хотя это конфликт, конечно, другой. Вот. Есть машины, которые, значит, в каком-то смысле схожи с машинами из Приднестровского региона. Ранее молдавские власти попросили Украину отложить введение запрета до 10 января 2022 года. По данным Бюро по реинтеграции, до сих пор нейтральные номера установлены только на 5% приднестровского транспорта.